Programul conține plasare de produse. Привет всем, с вами программа «Четверть мили» и я ее ведущая Елена Подарок. Ну что, мы подошли к завершению четвертого сезона, и сегодняшняя программа заключительная. Но это не значит, что мы не приготовили для вас интересные материалы. Начнем мы с увлекательного видеоматериала о том, как наша команда съездила в Румынию, дабы протестировать гамму X из линии BMW. Далее все вместе вспомним, какие термины мы учили в рубрике DEX Auto и узнаем, что нового приготовили автопроизводители. У нас на выходных была возможность выехать за пределы страны, дабы протестировать новый X4, а также проехаться по одной из самых красивых дорог в мире, а именно Трансфагарошан. Как это было, вы узнаете прямо сейчас. Автомобили BMW на Трансфагарошанской трассе. Ну что, наша экспедиция BMW X-Tour Трансфагарошан совсем скоро начнется. Автомобили готовы, команда в сборе. И совсем скоро нас ждут очень интересные приключения. А поскольку 2014 год у BMW – это год X, в путешествие отправились 10 автомобилей, а точнее вся гамма автомобилей с шильдиком X. Путь предстоял немалый, и все с нетерпением ждали быстрее попробовать предоставленные автомобили. Наша команда выехала на абсолютно новенькой модели от BMW, а именно X4. Скажем честно, мы были довольно скептически на него настроены, но все же решили дать ему шанс и посмотреть, на что способен этот автомобиль. Итак, все участники так называемой экспедиции расселись по своим автомобилям, и в 8 часов утра в пятницу мы тронулись в путь. Очень приятно порадовало то, что помимо раций в автомобилях у нас также были Wi-Fi рутера с постоянным доступом к интернету и мобильные телефоны с румынскими карточками, дабы всегда быть на связи. Организованной колонной мы доехали до таможни. Прошли мы ее максимум за 20 минут все 10 машин. Мелочь, но приятно. И вот после границы мы выехали на румынские дороги. Погода была не самой хорошей, так как все время над нами нависали огромные тучи, а местами дождь был настолько сильным, что передвигаться могли со скоростью максимум 20 км в час. Некоторые населенные пункты, которые мы проезжали, были довольно сильно затоплены, и в те моменты мы не могли не радоваться тому, что у нас не седаны, а полноценные паркетники с высоким клиренсом. После того, как по пути у нас был проливной дождь и настолько сильно лило, что мы не видели практически ничего, наконец-то распогодилось, мы в ту же секунду остановились, дабы сделать фотографии, посмотреть, как красиво вокруг. И вы видите, вся команда расслаблена, все уже готовы, и совсем скоро Трансфагарошан. Несмотря на все трудности, наш X4 повел себя просто отлично, но о нем чуть позже, так как его главный тест предстоял на Трансфагарошанской трассе. Но поскольку путь немалый, в первый день мы доехали до гостиницы, дабы отдохнуть и набраться сил для второго дня, которого все так ждали. Ранним утром субботы все участники тест-драйва уже обсуждали, чего они ожидают от Трансфагарошана. И снова в путь. Румынское предгорье радовало глаз красивыми пейзажами, а в салоне нашего автомобиля играла приятная музыка. И даже погода была на нашей стороне. Ну что, мы медленно подобрались к самому интересному моменту нашей экспедиции. Прямо за нашей спиной Трансфагарошанская трасса. Одна из самых красивых в мире. И прямо сейчас мы ее испробуем. Поехали!
Трансфагарашен считается одной из самых красивых дорог в мире. Это был амбициозным проектом одного диктатора. И вот настал момент, которого мы так ждали. Наш X4 имел под капотом дизельный двигатель 2.0 с мощностью 190 лошадиных сил и 8-ступенчатой коробкой автомат. Что вам сказать, этот малый справился на все 100 с поставленной задачей проехать трассу без напряга. Никакого дискомфорта и кренов безумно крутых серпантинов. Двигатель и коробка работали как часы, максимально точно, а руль выполнял команды безоговорочно. А самое приятное было то, что X4 доставлял массу удовольствия от вождения, в то время как дорога все просила оглянуться и посмотреть просторы. Не зря говорят, что это самая красивая трасса. Безумное удовольствие получаешь от вождения. Естественно, сказывается и автомобиль, насколько он хорош. Но находясь на этой трассе, хочется в первую очередь сказать о той красоте, которую мы видим, и только потом об автомобиле, уж извините. Вдоволь накатавшись по Трансфагарашену, нас ждала дорога в сторону Бухареста по автобану. Мы думали, что раз с серпантинами X4 повел себя отлично, то на трассе он все же не сможет удержаться за более мощными участниками тест-драйва. Но не тут-то было. Вцепившись в 5-литровый дизельный X5, наш X4 ничем не уступал. 120 км в час? Пожалуйста. 180? Не вопрос. 200 км в час? И так мы тоже можем. Создалось впечатление, что для этого автомобиля нет преград. А самое приятное, что после Трансфагараша и запредельных скоростей расход не превышал 9 литров дизеля. Ну разве не приятно? Еще одна ночевка и снова путь, но на этот раз домой. За 3 дня мы настолько привыкли к своему другу на 4 колесах, что к концу путешествия нам было даже грустно с ним расстаться. Мы получили уйму удовольствия и от маршрута, и от автомобиля, которого нам довелось протестировать. Но это не все. Мы с ним встретимся еще раз в новом сезоне, дабы более подробно рассказать о нем. Спасибо еще раз официальному представителю BMW за предоставленную возможность. А теперь давайте вместе вспомним все автомобильные термины, которые мы учили на протяжении всего 4-го сезона. Надеемся, что вы, наши дорогие зрители, их запомнили. Здравствуйте, очень просто. Вы как автомобилист, как будет на государственном языке антиблокировочная система тормозов? Ну что, греть тут? Якому мені слабдром, ну, на латер дочери. Система антифренарі. Система дефренарі? Антифрени. Тепер блокаж френи. Окей. Мерсі. Система, де... Аутоблокарі афрені. Так. Антиблокарі афрені. Єй! Красавці, молодці. Молодці! Мерсі. І так, антиблокировочна система тормозов на государственном языке будет систем де антиблокаре афринелор. Ну, если честно, легче всего говорить, наверное, АБС. Ну, вот так. Здравствуйте. Вы как автомобилист, скажите, пожалуйста, как будет антифриз на государственном языке? Не знаю, как. Антифриз, кредко. Антифриз? Пробабил. Как будет на государственном языке антифриз? Без понятия, честно. Так антифриз так и будет. Нет. Приблизительно даже не знаете? Нет. Извиняюсь. Окей. Ничего, спасибо. Итак, мы вам рассказываем о том, что на государственном языке антифриз звучит как антиджел. Запомните, антифриз-антиджел. Здравствуйте. Привет. Как на государственном языке будет балансировка колес? Регуляре ротлер. Балансаре ротлер. Мерси. Регуляре унгер. На государственном языке балансировка колес будет «экилибраря ротилор». Здравствуйте! Вы не подскажете, как на государственном языке будет бардачок? Это как понимать слово.
Вот как автомобилист. Мешочек для всяких дел. Так вот на государственном языке, как он будет? Ладиться. Ладиться? Да. Спасибо большое. Бардачок. А как будет на государственном бардачок? Тоже сейчас не могу. Окей, не вопрос. Здравствуйте. А как будет на государственном языке бардачок? Бардачок? Угу. Не знаю. Походу, для наших водителей это оказалось слишком сложной задачей, так как никто не ответил правильно. Итак, бардачок на государственном языке будет кутие де документе или торпедо. Здравствуйте. А как на государственном языке будет ближний свет фар? Фаза скурта. Спасибо. Не знаю. Здрасте. Как на государственном языке будет ближний свет фар? Понятия не имею. Вообще-вообще? Вообще-вообще. Спасибо. Ближний свет фар? Угу. Иллюминатор в визоре. Спасибо. Ближний свет фар на государственном языке будет фаза скурта алюминий. Запомните. Здравствуйте. Здравствуйте. А как будут брызговики на государственном языке? Тяжелый вопрос. I don't know. Окей. Дай девушку спросить. Девушка, здравствуйте. А как на государственном языке будут брызговики? Струптарлясте? Да. Ты можешь ее струптарли? Нужно тебе экзамен. Мерси. Хороший вопрос. Мы знаем, мы стараемся. На государственном? Да, буду на трибаре. Что с кем меня после трибаре часто? Я просил подрасподи экзамен. Что-то сказала, ну... Ну, мам, нас родного селезки бать? Мама будет экзакт селезки. Окей, мерси, спасибо нам. Понятия не имею. А приблизительно хотя бы или... Не знаю. На государственном языке автомобильные брызговики будут аператорь денорой. Как все просто. Здравствуйте. А как на государственном языке будет дальний свет фар? Фаза лунга. Выразила. А как на государственном языке будет дальний свет фар? Да, Дмитрий Срештиц. А по какому сфере? Элимбадестат. Элимбадестат? Да. Треба кайвердис, не плека. Здравствуйте. А как на государственном языке будет дальний свет фар? Фаза лунга. Супер, мерси мул. На государственном языке дальний свет фар – это фаза лунга. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не подскажете, как на государственном языке будет дорожный просвет? Автомобильный. Спасибо большое. Дорожный просвет? Автомобильный дорожный просвет. Дистанция entre carrossable и автомобиль. Мерси. Не знаю. Не знаете? Нет. Да приблизительно вообще. Вообще. Окей, спасибо. Кому либо дистатус фи клиренс? Клиренс? Да, клиренс автомобиля. Кому с фи либо дистат? Примавара, оди клиренс. Кестатус, смешно клиренс. Кари. Înălțimea de la asfalt până la bara de protecție de jos. Cum îți fie în limba de stat clearance-ul? Nu știu. Итак, термин дорожный просвет, известный еще как clearance, на государственном языке это гарда ласол. Здравствуйте. А вы не подскажете, как на государственном языке будут габаритные огни? Не надо Не знаете? Я не знаю, что... Знаете? Не, знаю. Как? Заменили диперметр. Повтем? Диперметр. Вам смеяться? Здравствуйте. Бонезиа. А как на государственном языке будут габаритные огни? Габаритные огни? Ну что? Ну что, ну что? Окей, окей. На государственном языке габаритные огни – это луминь две позиции. Здрасте. А как на государственном языке будет глушитель? Чтоб я знал. Спасибо. Здрасте, девушка. Здрасте. Рассказывайте, что у вас есть. Как на государственном языке будет глушитель? Труба деиши тайркува. Окей, спасибо. Глушитель так и есть глушитель, ведь это не молдавское слово. Так на молдавском как он будет? На молдавском нету этого слова. Есть. Это не молдавское, да?
На государственном языке глушитель – это тяве де шапамент. Запомните. Здравствуйте. Здравствуйте. А как на государственном языке будет поворотник? Ну что? Спасибо. Не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А как на государственном языке будет поворотник? Сигнализатор. На государственном языке термин «указатель поворота» – это сигнализатор де вераре. Здравствуйте. А как на государственном языке будет воздухозаборник? Очень понятное слово, не знаю. Но знаете, что это? Воздухозаборник, да. Знаю. Но на молдавском не знаю. Спасибо. Села мои шорны. Кош де фом. Мерси. Озибуна. Здравствуйте. А как на государственном языке будет воздухозаборник? Не скажу сразу. Итак, на государственном языке термин «воздухозаборник» – это «приза де айер». Скажите, пожалуйста, как на государственном языке будет зеркало заднего вида? У глиндере тровизори, так на магришеск. Как будет на государственном языке зеркало заднего вида? Спасибо. Скажите, пожалуйста, как на государственном языке будет зеркало заднего вида? Не знаю. Итак, зеркало заднего вида на государственном языке будет «оглинда ретровизуаре». Но, как оказалось, это слово для наших водителей было не настолько сложным. Здравствуйте! Здравствуйте! Как будет на государственном языке автомобильный термин «золотник»? Золотник, скажу откровенно, в технических вопросах мне очень трудно высказаться. Я, так сказать, не шофер, я водитель. Отлично, спасибо. Что вы подспали? Золотник. А как на государственном будет этот, форточка? Оберлихт. Оберлихт. Ну, это я тоже знаю. А золотник не знаю. Спасибо. На государственном языке автомобильный термин «золотник» будет «супапе депрессионе». Электрокары все больше вытесняют автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями. И каждый автопроизводитель считает, что он обязан выпустить хотя бы один автомобиль с электромотором. Так, компания Mini представила единственный в своем роде родстер Mini Vision. Компания Mini показала родстер суперледжера Vision. На берегу озера Кома площадки шикарных отелей Grand Hotel Villa Dest и Villa Erba превращаются в подиум для самых красивых и необычных машин в мире. И именно это место английская компания Mini выбрала для премьеры своего нового концепта суперлежера Vision, который был построен совместно с итальянской компанией Carrozzeria Touring. Получился весьма интересный винтажный родстер с классическим дизайном середины прошлого века. На первый взгляд эта машина на Mini не похожа. Изменены все кузовные элементы, сзади появился оригинальный плавник, задние фонари напоминают британский флаг. Но все же это по-прежнему Mini с отточенной управляемостью и задорным характером. Оригинален и салон. Алюминий, кожа, трехспицевый руль. В общем, машина смотрится очень интересно и стильно. Техническая составляющая? Для машин, которые представлены на конкурсе Concorso d'Eleganza Villa d'Est, она не имеет особого значения. Здесь главная красота, ведь это дань памяти классическому хэтчбегу Mini, появившемуся 55 лет назад.
Еще год назад представители компании говорили, что модельному ряду Mini грозит сокращение. И в частности, будущая модель Roadster печальна. Ему на смену придет совсем другой автомобиль спортивного толка. Поэтому Mini Superleggera Vision, если и является намеком на некое будущее, то очень и очень завуалированным. Здесь куда важнее не внешний вид и даже не тип кузова. Дело в том, что новый концепт – электромобиль. Создатели Mini Superleggera Vision практически ничего не говорят о технической составляющей или о том, агрегаты какого автомобиля послужили основой для концепта. Но в любом случае, Roadster с электромотором – это не только дань экологической моде, но и своеобразное средство поддержки для будущего серийного электрического хэтчбэка. Ну что, на этом у нас все. Мы уходим в заслуженный отпуск. Но это не значит, что мы не будем интенсивно готовиться к следующему сезону. Следите за анонсами на нашей официальной страничке. Кстати, там будет происходить кое-что интересное. Увидимся в новом сезоне. Пока-пока!